Здарова, Империя! Микрофон Артём. Это канал Snowworm TV. А это новая игрушка, демо-версия, причем написано альфа-демо-версия в Стиме. Эта игрушка очень похожа на игру, которая вот буквально месяца два назад, может быть, месяц назад хайпилась. Это что у нас там название? Vampire Survival, что ли, как-то так называлось. Вид сверху, где мы просто управляем персонажем, а он убивает кучу мобов там и так далее. Ну, все помнят, наверное, эту игрушку, все видели, если она рублей 70 стоила. И вообще прям всем заходила. Эта игрушка что-то типа такой же. Мы играем вот таким пиксельным персонажем, собираем косточки, и вот за нами какая-то штука бегает, и она убивает их. Не, ну тоже прикольно, да, но почему бы нет, да? Таких игр, кстати, довольно-таки много вышло. Я вот, правда, не все еще посмотрел, но нашел, по крайней мере, штук 4 вот таких игры. Вот там дают здесь всякие эти бонусы. Ну, шрифт, да, на самом деле шрифт. Шрифт вообще не вдохновляет. Опа. Потому что не очень удобно смотреть. Слишком все так смазано, пиксельно. Ну, стиль мне такой нравится. Так, косточки собираем. Я так понял, косточки — это наш уровень. Так, бить я ничем не могу. Бьет мой персонаж, который сзади меня бегает, вон. А, за мной теперь бегает скелетик. Что-то такие миньоны, короче, которые помогают мне в борьбе с нежитью. А я такой маг. Маг и волшебник. За мной бегают то ли носатые гоблины, то ли... Вопросики, я так понял, потому что мы еще не знаем, что это такое, поэтому выбираем наугад, а потом, вот видите, бомбер какой-то. Вот он вылез, ага, теперь он кидается бомбами, хорошо. Не, ну интересно, не знаю, когда эта игрушка выйдет, смотрите сами в Стиме, в принципе, будет написано, наверное. Так, косточки, косточки. Так, пошли носатые рыцари в доспехах. Музыка, ну, музыка приятная, мне нравится музыка. Чисто случайно наткнулся на ютубе у зарубежного ютубера, он показывал эту игру. Думаю, бля, а что, тут скачаю, посмотрю тоже, почему бы нет. О, все, хана. Видели, пришли какие-то отряд, этакий отряд скелетов, помните, как в той части? Так, а, мы можем апгрейдить, наверное, что-то, да? Грейд есть. Сколько у нас? 100 монет. Сиал, купить все. Так, это что? Блин, шрифт, очень плохой шрифт. А, смотрите, для героя получается, да, что-то типа того. Я не знаю, давайте вот это купим. И вот что-то, наверное, типа вот это. Честно, не знаю, что это такое. Ну, купил-купил, да, как говорится. Купил оно и пускай будет, а без него и пускай тоже будет. Так, ладно, давайте еще раз. Да, не очень удобно, потому что мы не сами бьем. О! Теперь мы можем вот так вот блинкаться. Это хорошо, это мы купили что-то для себя. Улучшалочку такую. Нам всегда нужно держать их поближе к нашему этому. Так, смотрите, мы можем теперь выбрать бомбера или... А, вот это новый. Давайте всех подкрываем. Гвард. Вон он, скелетик вылез, смотрите, зелененький. Не знаю, убийца или не убийца, это Vampire Survivor, но выглядит тоже интересно. Многим, наверное, оттолкнет стиль игры. Все-таки не для всех, и глаза довольно-таки режет. Так, я буду стараться их всех в кучечку складывать, потому что иначе они не попадают. Во, вот так вот нормально, смотрите, как рубим. Давайте, защищайте меня, верные мои. Варлок. В общем, мы себе набираем отряд миньонов, которые... О, стреляющие, смотрите. Так, пошли с факелами. С факелами пошли. Таких еще не было. Буду стараться держаться. Ой, походу мне хана. Их что-то ставится слишком много. Что-то как-то это. Есть. Так, смотрите, глаз какой-то есть. Ага, арчер, это лучник. Так, смотрите, есть лучник, есть маг. Можно стоять, ничего не бояться. В принципе. Эти отбиваются, эти отстреливаются. Хорошо, хорошо. Так, носатые гоблины.
Так, отряд пошел, отряд пошел. Жизни, кстати, я не знаю, где жизнь брать. Ой, какой-то этот. Во, кстати, смотрите. Привидение. Давайте призрак возьмем. Хаунтинг какой-то. Блин, это по-английски, конечно. Ага, призрак полетел. Блин, их слишком... Настолько много, что ты не понимаешь, где твой, а где чужой. Тут и твои бегают, и чужие бегают. О, нифига себе, там маг какой у меня. Нужно 100 костей, я так понял, набрать. Каждый раз меняется музыка, и приходят новые эти солдаты. Копейщики пошли носатые. Все, хана. Вот это хана. Там какой-то ангел за мной бегает. Жесть. Жесть. Зато денег много набрал. Не, ну это вообще неудобно. Угу. Так, ну давайте посмотрим, что можно качнуть. Как? А, это продать все. Сил. Бай купить, сил продать. Так. Что можно такое тут? Что-то можно, наверное, крутое купить. Какая-то визард. Давайте купим. 190. Давайте вот это еще купим. Еще 40. Ничего больше нельзя купить, да? Так, ладно, давайте еще раз. Теперь что у нас есть? Ну, у нас одна кнопка, чтобы вы понимали. Это кнопка... Ну, А. Это единственная кнопка, которая может быть... активировано. И бегаем. Все, больше никаких кнопок нету. Сначала все простенько и легко. Бегаем просто тихонечко. Убиваем, кости собираем. Медитативно все происходит. Блин, где брать хп, мне не знать. Интересно. Потому что в вампире мы убивали эти... Вот такие вот, ну, надгробия всякие, там были жизни. Здесь хрен поймешь, где они еще добываются. Я, наверное, себе отряд из стрелковых соберу. Пускай стреляют. Так. О, вот это новое. Тоже лучник. А, лучника апгрейдил я. Так, сейчас новые пойдут. Все хорошо. Ничего страшного. Так, еще какой-то. Еще лучник апгрейд. Третий уровень. Теперь он стреляет вообще нормально, смотрите. Просто в 500 тысяч стрел сразу летит в них. Зашибок. Так, собираем, не паримся. Пока нормально, живем. Стараемся из поля зрения их не выходить, чтобы они меня защищали. Так, давайте варлока прокачаем. Опа. Какая-то штука. Ага, душа какая-то. Хорошо. А, во, вокруг меня летает. Это прикольно. Вот это классно. Что-то открыл, походу. Так, давайте еще прокачаем, наверное. Бомбер. Варлока, наверное. Или что, тут этого, наверное.
Такого у меня не было еще. Блин, я в них путаюсь на самом-то деле. Так, пошли, пошли, пошли скелеты. Вернее, с этими спиками точеными. Они стали мощнее, смотрите, они дольше убиваются. Дольше убивается, это плохо. Это плохо, опа. Так, еще кого-то улучшили. Так, вот, желтый пошел, желтый, желтый, желтый. Так, ну это все, это печаль. Зажимают. Так, я что-то подобрал. Офигеть, еще что-то. Бабочка какая-то. Не, я вроде справился. Еще бы кто-нибудь за меня кости собирал. Опа, таких рыцарей я еще не видел. Таких рыцарей я еще, конечно же... Вот, гварды надо качать. Давайте, убивайте их. Мне нужны ваши кости. Я пойду по костям. Так, это злой или добрый маг? А, это злой маг. Блин. И он по мне стреляет, да? Так, ну это все, это финиш, по-моему. Жесть. Ну их вообще тьма теперь. Огромная. Но я пока живу. 17 тысяч очков. Так, теперь очень мало дают за кости. Я стараюсь собирать их, потому что они пропадают. Потому что они пропадают. Сейчас зажмут. Зажимают. Очень зажимают прям. Репульс фейс какой-то. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Помогите. Так, варлока. Опа, пошли новые с топорами. Таких мы еще не видели. Аккуратно. Жесть. Там еще золото идет. Я их собрал, конечно, в кучу. Бомбы нет никакой. Все, хана. Не, ну 2400, вот 2200 набрал. Ну а что, в принципе, ну такая вот игрушка, да, берите на заметочку. Как говорится, добавляйте в белый лист. А с вами был, как всегда, Артём. Подписывайтесь, комментируйте, жмите колокольчики, ну и приходите на стримы. Всем пока-пока.